Всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. И сегодня у меня для вас печенье бискотти в постном варианте. Почему именно в постном? Ну, потому что мне захотелось, чтобы все могли его приготовить и получить удовольствие. 300 граммов пшеничной муки высший сорт. Если хотите, 50 граммов можно заменить цельнозерновой. Добавляю в муку 3 грамма, это чайная ложка без верха, сухих растворимых дрожжей. Если вы яростный противник дрожжей, можете добавить 6 граммов разрыхлителя. Сюда же натираю цедру одного апельсина или лимона. Сюда же добавляю 100 граммов сахара. Я использую коричневый, вы можете брать белый, если хотите. Я его так странно добавляю, потому что он у меня вот такой. И мне приходится разминать его руками. Но мы же не ищем легких путей. И все хорошо перемешиваю. Из оставшегося лысого апельсина выдавите сок. Ну, не пропадать же добру. И добавьте воды до 100 граммов. Размешайте в жидкости 3 грамма соли. Пробовали разбавленный апельсиновый сок с солью? Не пробовали? Зря. Райское наслаждение. Так, делаю в сухих ингредиентах углубление. Вливаю в него чудесный разбавленный апельсиновый сок с солью. Сюда же 30 граммов меда. Сюда же 50 граммов нейтрального растительного масла. У меня масло виноградных косточек, но можно брать любое, без запаха. Ну да. И замешиваю тесто. Видите, какое получается интересное. Замешиваю до полного объединения всех ингредиентов. И это еще не все. Добавляю 100 граммов миндаля или каких-либо других орехов. И 50 граммов изюма, естественно, предварительно вымытого. А если он очень сухой, то стоит подержать полчаса в кипятке. И вмешиваю их в тесто. Наполнители могут быть любыми. Можете брать не изюм, а вяленую клюкву, что мне нравится больше, но в данный момент у меня ее нет. И также можете экспериментировать с орехами. Количеством тоже. Увеличивать не надо, а вот добавлять меньше орехов и больше сухофруктов можно. Кстати, для аромата в тесто можно добавить столовую ложку коньяка или рома. Ну, или не надо. Рецепт все же постный, давайте поскромнее. Но на самом деле будет хорошо. Оставляю тесто на 40-60 минут. Если делаете с разрыхлителем, хватит получаса. Через час я включаю духовку на 180 градусов. Противень застилаю пергаментом. Подпыляю стол мукой слегка. Выкладываю тесто. И делю его визуально на 3 части. И с каждой формирую жгут или колбаску, как вам больше нравится. Диаметр на ваш вкус. Я люблю небольшие, поэтому делаю, ну, сантиметра 3. И перекладываю на противень. Такой цвет у теста из-за коричневого сахара и цельнозерновой муки. Ну, мне кажется, даже интересно. Жду, пока разогреется духовка. Посыпаю сахарной пудрой, это по желанию. И отправляю в духовку на 15-20 минут. 20 минут до золотистого цвета. Готово. Дайте немного остыть. Когда сможете касаться, нарежьте печенье наискосок толщиной 1-1,5 см. Можно использовать хлебный нож. Ну, в принципе, можно справиться и обычным. Если режете обычным ножом, не давите, а нарезайте быстрыми движениями. Нарезанное печенье разложите обратно на противень и отправьте в духовку еще на 10 минут. На этом печенье готово. Дайте полностью остыть. Сложите в контейнер или красивую банку с крышкой и храните там. Ну, если не съедите, конечно, сразу. В нашем понимании это, конечно, больше похоже на сухари, а не на печенье. И если после духовки они еще немного мягкие, то потом становятся жесткими, как положено сухарям. Итальянцы подают их к вину. Это очень вкусно, макать вино. Но также очень вкусно, но не менее вкусно вместо вина использовать чай или кофе. Ну а кто не боится за пломбы, за зубы, может грызть их просто так. Очень вкусно. Смотрите только, чтобы сразу все не закончились. Они прям как семечки. Вот такое ароматное, чудесное, вкусное печенье у меня получилось. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита.